Здрасте, а где же... Ой! Здравствуйте, а где же мне найти то самое достойное блюдо, которое украсило бы ваш послепраздничный стол? Тем более, когда уже после праздников ничего не осталось. Ни у дяди Васи, ни у тети Маши, ни у... Ю-ху! Целый год я работал на елочку, а нынче елочка работает на меня. Это Шекспир. Не помню точно, какая вещь, но, по-моему, книга. С перчиком! Замечательно, изумительно. Начнем, пожалуй, подкрепляться. Конечно, вы возмутитесь, мол, а елки-палки, а закуска? Маленький кулинарный секрет. После первой не закусывают. А впрочем, правила темы хороши, что их приятно нарушать. Кстати, перец к нам попал. Чего уж там, закусывать после первой как раз очень полезно и культурно. Неплохо, елки-палки. Впрочем, палки — это крайний случай. Ведь из лесной красавицы можно приготовить до 200 блюд, до 50 мисок, ложек и других крайне необходимых предметов. Нам нужна закуска, для чего возьмем 2-3 веточки ели. Все. Замечательно. Вот так вот. И... пропустить вторую рюмочку под сочный спелый огурчик только что с елки. Это как раз то, что нам надо. Фу, елки-палки, следите при этом, чтобы стеклянные овощи и фрукты были съедены гостями еще в новогоднюю ночь. Фу. Для того, чтобы аккуратно нарезаться, то есть нарезать елочку, для пущей удобоваримости нам понадобится нож с пилочкой. Нож мы будем держать в левой руке, а пилочку в правой. Фу. Мне для моего блюда необходима какая-нибудь изюминка, которую мы наверняка отыщем вот в этих вот конфетах, которые находятся у нас на елочке. Ну вот, елы-палы, наше блюдо готово. Осталось его украсить конфетти, оставшимся после конфет, и дождиком. Если вы подадите на стол такое блюдо, а гости воскликнут: «Ёлки-палки, что это еще за хвоя?» Отвечайте смело. Живите на здоровье. С Новым годом! Сделай паузу, пойди поработай.